Сегодня у нас 8 июля 2023 года. Вот этот домик, где живет Игнатий Тихонович Лапкин. Утреннее правило у нас совместное, и кто желает, он приглашает в гости помолиться. Вот я иду показать, как это выглядит. Это Павел Горбуленко побежал куда-то. Идет видеозапись для интернета. Мир дому всему! С миром принимаем! Мир дому всему! С миром Христу! Так, проходите вперед, сестры позади. Мир дому. Так. Игнатий Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть яко воистину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово, рожившую сущую Богородицу, тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благо сии человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешную, яко николи же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистенные от всякие скверные, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение,
но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаж, ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, свят, свят Ти си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, возьми к меси, Господи, ум мой, просвети сердце, усне мое отверзи, во ежепети Тя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ти си Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья придет, и кое-го же деяния обнажатся. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззакониями моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нищании лежащего воздвигл мне еси. Во ежеутренните славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со совесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 137. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, что Ты услышал все слова уст моих, поклоняясь пред святым храмом Твоим. Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня, милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй. 138 Псалом. Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначены,
когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 139-й псалом. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: Ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостивый, Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель мой, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью даром, но скорее долгом. Истинно так богат и состраданием, и неизреченный в милости, ибо Ты сказал: «О Христос мой, верующий в Меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольна веры моей, пусть она отвечает». Пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли, не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда той самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь.
Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святый ангеле Божий, хранителю и покровителя бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей, и если я чем согрешил в пришедшую ночь сию, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, но молись за мяко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными молитвами, отгони от меня, ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мелкоянин. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, называйте свое имя перед ангелом. Ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила си Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего креста Господне, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное дару, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помил от самого духовного родителей и сродников благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священные Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глеба не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священнический и иноческий чин, и вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, который является благовестником, и место для занятий. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было из чего уделять нуждающимся. Господи, преобразуй их сердца в духовные. Коснись их Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. И этим смутьянам Алексея Ильи покажи, в какую бездну они завлекают людей этими митингами, несогласиями, ничего духовного не давая взамен. Укроти их дух там, где они находятся в тесных обстоятельствах. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, Господи. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверять Твоей заботе о нас, Твоему промыслу.
ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, исполняющих Твои святые заповеди с радостью, Ты дал наименование «Святые мои, избранные мои». Господи, помоги нам оправдать эти дивные названия, вводящие в Царство Небесное. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за тихую мирную ночь. Будь милостив к нам, Владыка, и пошли в миротворение там, где нет мира. Господи, сохрани наше жилище и селение от пожара, воров, нечистой силы, и благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игорю, Владимиру дай веру, благослови Людмилу, Владимира, любовь, Алексея, Иосифа и нас, предстоящих перед Тобой, всех приезжающих. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. И от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И потерянного Александра найди, укажи, живой ли он. Блуждающих Алексея и Сергея останови, дабы не обманывали себя и людей, что от произнесения их имени, прикосновения к святыням, человек получит Царство Небесное. Все это, Господи, обман людей. Душа должна преобразиться и жить Тобою. Вот истина, дарованная нам. Аллилуйя! Господи, найди наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Благослови путешествующих Раису, Льва, Виктора, Александра, Иоакима, Юрия, сына его Луки. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Великие дивные дела Твои, Господи. И вот мы предстали перед Тобою получить благословение во всем, что окружает нас, видеть благодеющую десницу Твою. Аллилуйя! Господи, посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Любовь, Маргариту, Неонилу, Анаит, Александру. Ты знаешь их, Господи, воззри на угрозы врагов, враждующих против истины, и останови их потоки лжи, изливаемые ими. И всю скверну, которую они говорят, да поглотит земля, да не достигнет она ушей и сердца верующих в Тебя. Пощади их, Господи, открой им истину Твою, страх Твой да обымет их. И в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетели наших. Воздай им добром всей жизни и будущей. Елены, Елену. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. И мы просили, Господи, помочь издать Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. И не имея средств, было издано, и мы получаем со всего свету благодарственные молитвы Тебе, славословие, и издать проповеди в стихах четырехтомных. Помоги нам, Господи, заплатить за это. Найди нам средства и переиздание книги к истинному православию. Мы уповаем на милость Твою. Никакой корысти мы не ищем в этом. Слава Тебе, Боже наш, что даешь нам время, желание трудиться. Хвала Тебе за прошедшие дни, как много сделали. Хвала Тебе, любящий нас Господь и Бог. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться полезным и спасительным. Господи, сохрани наши сокровища в интернете. Их администрацию благослови и расположи к нам. И трудящихся на этом поприще благослови. Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гаврилу, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати к истине Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Марию, Андрея.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и короны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Благослови, Господи, Михаила, Елену, Романа, Екатерину, и устрои жилище, как им желательно, их дома, квартиры, сделай, как храмы живые, добрых соседей пошли, устрой их на работе, и начальствующих расположи к ним. Порадуй нас, Господи, этим. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за эти жилища, где находимся, храмы, в которые ходим. Мы вошли в чужой труд, и кто устроял их, воздаем добром вечности. Слава Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. И простим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем афором любви от зависти нечестивых, от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем и вечности, кто трудился над моей душою и возрастанием ее в Тебе, благослови Марию, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Воздай, Господи, милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по миру. И Ты сохранил и возвратил нас в целости. Какое чудо Ты совершил! И посеянное обильно дадаст добрые плоды. Защити, Господи, и благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире и Тимуру, да истину Христову веру, дабы не верил же пророкам. Благослови Рустика и Ирину, которые просят помолиться о них, потому что они признают, что одержимы злым духом. Приди на помощь, Господи, сие невозможно сделать никому. Только Ты можешь это сотворить. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мы по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся в нашей помощи. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. И каждому дары доброе жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь Бог облегчает наше пребывание на этой юдоле печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел,
соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устинь философ, Космай Дамиан Андрей Стратилат и Ирон мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Веномин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой верующих в Него, чтобы никто не принял начертание зверя Антихриста на чело или правую руку, и призванных, и жилищих, взятых на фронт, сохрани, даруй им всем духовное рождение, чтобы они и там были, как светильники на подсвечнике, как город на вершине горы, и помнили сказанное в Святой Библии: кто ведет в плен, сам пойдет в плен, и кто взял меч, тот погибнет от меча. Благослови Никиту, Александра, Максима и неведомых нам страдальцев, находящихся в тюрьмах, в лагерях, психиатрических темницах, за слово Твое. Благослови монаха Сергея, Владислава, Вара. Мы просили об Илии, и Ты до суда освободил его. Какое редкое и великое чудо сотворил Ты, Господи Боже наш! Предупреди его, чтобы он не давал повода для подобного нигде, чтобы всем сердцем ослужил Тебе. Молите Бога нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков и сектантов разруши, разбей им, ничто преврати. Ни один еретик не имеет надежды войти в Царствие Божие согласно Слову Твоего, ибо ересь является одним из самых страшных грехов. Помилуй, Господи, обрати их. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь их София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроник Июния, Киприана Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории, Иоанны. Прими, Господи, наши молитвы, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Отверзи им двери примирения с собой, и за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала.
Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Мир всем. И доброе утро всем. Ну, что сказать. Тут, наверное, есть у нас и вновь пришедшие. Оповещаем всех, что у нас вслед за молением утренним считается Слово Божие. Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. Сейчас проходит чтение Апокалипсиса. И это поприще проходить помогает нам. Две сестры, которые добровольно взяли на себя вот как поручение от Господа. Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Напоминаю, что они в разных часовых поясах и как бы контролируют друг друга. Даже вот в космос, когда летают, один летит, а несколько человек бывают за ним, которая, если что-то с ним случится, подобно и здесь. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благословить Господа, на чтение Священного Писания с толкования святых отцов церкви и комментарии, дарую тебе подписывая исполнить волю Твою, на славу Твоего Святого. Откровение 3 год с 19 стиха. Когда я говорю тех обличаю, то оказываю. Итак, будь здоровости, и покайся. Так говорит, молодой брат не говорит. Когда я тех не обличаю, то оказывает, а поощряет их, водит, закрывая глаза их, и бросает по тем самым вращателям их портит. Соответственно, говорит, обличаю, вот злой, который победит голову, говорит Псалом 145. Поэтому Господь говорит, кто не обречает, то указывает. Часто говорят, ну как, вот христиане говорят, а сожжение в страданиях и бедствия. Так это говорит о том, что Христос говорит и указывает. Поэтому Господь обречает Божие правительство, но и срока крепкой Бога. А сожжение по благодарности, и это хорошо, благодаря вас. Лучше сейчас повести оказывающие вечности. Это искренне слезы, постоянно кающиеся,
во всех своих грехах и оставляющих свои грехи. Чего-то он говорит, говорит батюшке о исповеди, рассказывает ему какие-то грехи свои, переходит его и он сказал, прости Господи и соверши грех. Говорит Пасхал, рассказывает о своих грехах, и он сорвет душу, и отрекает его грех, в его глазах его жизнь. И понимает, что этот грех будет делать. Говорит ему, он оставит грех. И считает этим исповедовать грехи свои предки заводнятым. Говорит исповеди спешат на когда исклоняют от эпитрахи священника, но и спешат высказывать и оплакивать все свои грехи. Христос стоит у дворик своего очистившего сердца и говорит, «Брат, радуйся и покайся!» И вспомнил приоры покаяния святых, горькие слезы апостола Петра после вечери, апостол Павел, который объяснил бы почти всю вселенную проповеди, и позвал его к покаянию, всегда Павел и оплакивал свой тяжкий грех при церкви, говорит его, который не был. И скрывал этого участия, упоминал о том в своих речах. Вот в конце Божия пишет о своем человеку Тимофею послание, и поминает о грехе своем, плачет о нем, как будто сын его совершил. И он всего первым из всех грешников. 1 Тимофею, 1 глава 13 и 15 стихи. 17 лет его греховную страстную жизнь не ковыряли. А посмотри в пустыню Египетскую. И то, что женщина 47 лет в полном одиночестве, терпящая всевозможные решения, 47 лет уже оплакивает тебя, тело 18 лет победила в грехах. Обратись в пустыню сербскую, и услышишь покаяние стоя под шифрея. И перед смертью скажет ученикам, и кто дороже от тебя, и дал грешный человек. Посмотри в леса сербские, то обрелочи чаще, вокалы, тысяча баллов, часто это брелка по коронам колен, малах серафим. Так уже разумело столько выше и чаще всех этих людей, что рождаются и в тысячных баллах по коронам. Плачь, плачь на боке в своих грехах, плачь, теряя слезы, и вы, святой Петр Павел, святой Рыба Египетская и святой Фарисерий, плач, разорвая шрифта, святой Серафим Саровский, плачьте его, святой. Велик вас, восплача о грехах наших. 20 стих. Все, стоя на дворе и стуча, если ты услышишь голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду очередь свою, и посылаем. Толкование крылья. Где ты нас поставит у дверей? Рано не слышу. Разве сердце мое? Где то место, где он дверей? Кто все дерзкий распустивший Христа? Куда он обратит свой взор, чтобы уловить его? Может, это в небесах? Может, это все равно? Павел Серафим, ваш отчай ангельский. Вот, читаю, Господь царствует. Он рассадает на своем взоре в самом деле восстановительном деле. Вот. Это. Может, Серафима, вот. Это вокруг тебя Серафима. У каждого из них по шести крови. Да я закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал, но обе свои. И дрова пол. Я взывала друг к другу и говорила, Сиват, 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 Господь Саваоф. Исаия, 6 глава, 2 и 3 стихи, говорит, «Я закрываю через вас, вы говорите Господа, я закрываю твои глаза свои, и буду взором взирать на его славу, и за дверью находится. И на престоле восседает Христос Вседержитель, Христос Вседержитель, правда. Тогда я же та дверь, которая открылась Христу, вижу, что от вами бессмертная слава Кивна. Все залопал на славу Его, Исаия 6.3. Задавал ты там, садов преисподы, и ты, возьми крови зари, пересеглись на крови ары, и ты рука твоя повернула, и удары по небесам твоим. Псалом 138,
стихи с 8 по 10. Подбей же ты, Господи, моя рука, которая заперта пред тобой, в которой стучит на сердце твое, и открывается. Все, скорее ворота стучат, стучат дверные бекистры церкви, сердце и холодного, и горячего. Праведная, твоя праведность от сына, твоя зла, за дверью. Та правда доказательства в большом обществе верующих лет, того, в кого мы верим, таково сердце человека. Вот сад, дерзкий, распустивший, пропалывающий все. Обрушившееся и обрушившееся зло, сидит, разгорявшись в кресле сердца, а Христос третью дверь стучит. Спешит отворять дверь рядом со сбывшими. Вот голос Рома, который стучится, отворяя сестру Рома, потому что голова Рома вся покрыта росою, корой, чёрт ногом. Вот ответ сей. Вот ответ сей стук. Расстроился то, как же опять обидать его. Я его обидал, как же их. Ясно писание 5, глава 2, 3 стихи. Спит душа мудрикейская, умирая тело, и с третьей двери стучит, стучит на приборе, стучит долго, стучит, стучит, стучит. Слышишь голос Духа Святого, стук Христа, ночной рай, когда он уже спит, у тебя стучит сердце, но тогда ратера услышался, но в сердце этот стук. Если ты услышит голос мой, отворит дверь, услышит тихое зло, и побуждает Духа Святого, стук Христов, раскрывается дверь сердца. Войду к нему, побуду речевать свой, пас рою, устраивается дверь вечера в сердце человека. Брат Отец по случаю возвращает Бога Иосифа, проводите от курого материалка и закрывайте, старая весть подосерится. Лука 15.23. Еще весть расстроится речь. Человека его спасая, и обещал Христос, открывающий дверь в своем сердце. И вот, Отец и Сын, пророком, и рыбаки по его сотворил. Иоанн 14.23. И Дух Святой, который свой пребывает в сердце, и в вас будет. Иоанн 14.17. Так славится сердце обитель, живым человеком троится, Господь очередь о сердце, и в такой общается корень. Слава тебе, Господь, слава тебе. Спаси Христос, сестра. Во славу Божию. Так, если у кого какие-то вопросы есть сложные, можно задать. Тогда закрываю все. Во славу Божию. Хвала Господь.